Добрый день. Компания «Сингента» плотно сотрудничает с Кубанским государственным аграрным университетом по различным направлениям, одним из которых является исследование по устойчивости гибридов подсолнечника к заразихе, а также динамику развития новых рас данного паразита в различных территориях Российской Федерации. В рамках данных исследований проводятся не только полевые, но и лабораторные испытания различных гибридов подсолнечника на устойчивость к заразихе. Для определения доминирующей расы заразихи в поле используются в качестве стандартов гибриды подсолнечника с различным уровнем устойчивости. Вашему вниманию представлено растение гибридов стандартов по устойчивости к заразихе до расы Е, F, G и G+. Мы можем наблюдать, что образцы семян заразихи, собранные в различных территориях Российской Федерации, не одинаково поражают данные стандарты. Но одно можно отметить точно. Гибриды-эталоны, такие как Си Теос и Си Левис, которые имеют устойчивость к расе G+, устойчивые ко всем известным на сегодняшний день расам заразихи, благодаря уникальной комбинации генов. Это подтверждают не только полевые, но и лабораторные исследования.